14 ноября в администрации района главой Зауром Хамирзовым и генеральным директором общества с ограниченной ответственностью «Фруктовая усадьба» Владимиром Голдуновым было подписано соглашение о намерениях в сфере инвестиций. Предполагается создание в Кашхаблинском районе садоводческого хозяйства и питомника, а также крупной овцефермы. Об этом подробнее нам рассказал Владимир Голдунов. Мы подписали соглашение о намерениях в инвестировании в Кашхаблинский район. Собираемся построить 50 гектар садов, заложить питомник на 30 гектар и построить ферму на КРС и выращивание баранов. Все это планируется в течение 10 лет. Общая сумма инвестиций составляет не меньше 150 миллионов рублей. Планируется также построить и переработку, холодильник, переработку плодовочной продукции, производить пюре для молочной промышленности и детского питания. И также холодильник для хранения свежих овощей, фруктов для дальнейшей реализации. Отметим, что возможным данное соглашение стало благодаря плодотворному участию района в первом международном инвестиционном форуме на территории Республики Адыгея. Первые плоды этого форума для нашего района уже есть.